Вітаю вас, шановні. Сьогодні скарбниця в гостях у нашого давнього знайомого – виноградара Дмитра Резнікова. Ми у нашій передачі розповідатимемо про догляд за виноградом саме влітку. Отже, айда разом до виноградника Дмитра. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Зима була достатньо суровою. Як перезимував виноград? Несмотря на то, что зима была действительно суровой, в нашей местности морозы доходили 26-28 градусов. Местами в низинах около Донца 30-32 градуса. Значит, наш виноградник перезимовал хорошо. Значит, по какой причине это происходит, хорошая перезимовка? Мы свой виноградник полностью укрываем. Делаем туннельное укрытие, о которых я уже рассказывал в прошлой передаче. Вот, значит, и дуги высотой 40 сантиметров, фашины, связанные пучками, пришпиливаются к земле. Не доставая 5 сантиметров, сверху ставятся дуги, укрываются различными пленками. Черными, двойными прозрачными, фольгой, значит, и приоткрытые торцы для проветривания. В таких условиях тепло земли поднимается, как бы и согревает лозу. Значит, эти туннельные укрытия предохраняют почки от обледенения и от морозов. Значит, здесь еще основная проблема не в морозостойкости, а именно в зимостойкости. Кроме морозов действуют такие факторы, как обледенение и ветер, северный ветер. Значит, в этом варианте зимовки все отлично перезимовало. Была мертвая лоза? Лозы мертвой не наблюдалось. Единственное, было вымерзание, подмерзание двух кустов невызревших лоз. По той причине просто, что лоза не вызрела, не успела накопить калий, в почках крахмал. Значит, вот и рукава были невызревшие, поэтому они подмерзли. Теперь эти кусты восстанавливаем. Мы сталкивались с такими случаями. Телезрители звонили и говорили... Наш полирий был виноград, да, лоза была. И действительно, зима была достаточно суровой, и лоза вымерзла частично. Однако была весенняя обрезка. И якобы при обрезке лоза плакала, то есть она как бы говорила, что она еще живая. А впоследствии, спустя несколько недель после обрезки, она все-таки оказалась сухой и мертвой. Вот что вы можете сказать по этому случаю? Разъясните, пожалуйста. Для нашей зоны... Держать столовые сорта на арках или без укрытия с морозостойкостью 25-26 градусов, а для столовых сортов это максимальная морозостойкость до 27, все-таки является рискованным. По этой причине есть статистика, что раз в 5-7 лет бывают морозы 30 градусов и за 30, и происходит вымерзание, значит, таких кустов, которые культивируются в неукровной культуре. Значит, что здесь нужно делать? Не спешить делать выводы, значит, по началу вегетации. Если... Обычные кусты, которые зимовали под укрытием, проснулись глазки и пошли в рост побеги, а подмерзшие кусты не пошли в рост побеги, значит, не надо спешить их делать обрезку. Значит, надо подождать время определенное, поскольку погибли основные почки, основные глазки, значит, могут отбить либо боковые почки, либо спящие почки, либо, если и те, и другие были повреждены, значит, могут отбить порослевые побеги около корня. Значит, около земли. Значит, в этом варианте получается так, что нужно подождать. Ждать приходится даже до месяца. Если обычно в этом сезоне раскрытие почки наблюдалось 15-17 апреля, то в этом варианте, вот у меня товарищи как раз-то на арке два куста кеша и восторг белый, такая же картинка без укрытия, значит, они подмерзли и очень долго восстанавливались, значит, где-то месяц понадобился на того, чтобы раскачать эти кусты. Значит, их нужно усиленно поливать в это время. Значит, наблюдать за тем, как просыпаются почки. Если вывод сделан, значит, частично можно проверять сухость рукавов. Значит, если вы видите, что поросль явно пошла около земли, приштамбовала, значит, около выхода из земли штамба, значит, а верхняя часть не раскрываются почки, значит, эта часть уже очень сильно повреждена. Проводящие ткани повреждены, значит, эти можно рукава вырезать и возобновлять кусты заново. А если слишком много поросли идет, ее всю нужно оставлять или тоже частично, а частично вырезать? Значит, если много поросли, как бы не нужно оставлять только два рукава. Допустим, или один рукав, как было до того, сформирован куст, формировка, какая была применена. Значит, оставить нужно некоторое количество запасных побегов, для того, чтобы распределить энергию корней. Если оставить 1-2 побега, энергия может расходоваться только в эти побеги, и они будут жирующими, то есть очень толстыми, с длинными междуузлями и большого диаметра. В таких побегах плодовое образование почки не закладываются. Ткани рыхлые, значит, они урожай не будут нести на следующий год. То есть желательно распределить на несколько побегов, которые потом осенью вырезать.
сказать. Дмитрий, ну и непосредственно теперь по поводу вашего винограда. Я смотрю, у вас лоза не такая толстая, то есть то, о чем вы говорили сейчас. Вы специально выбираете такую среднюю лозу, или как это происходит? Или на таком винограде такой вот сильной лозы не бывает? Или вы ее стараетесь вырезать? Ну, здесь зависит от возраста куста. Значит, если штамбы, вот они, наклонные рукава. Говорить о рукавах, значит, это... всегда толстые части, значит, в которых накапливаются максимально питательных веществ. Если говорить о лозах годичных, с которых выходят побеги, значит, вот их диаметр должен быть порядка 8-12 мм. То есть минимум 6 мм. Ну, лучше 8-12. До 14 по стандарту это не жирующая лоза, нормальная. А скажите, а все побеги, которые выходят с почек, все нужно оставлять или частично тоже нужно вырезать? Значит, вот вы сколько оставили на одной лозе, все ли побеги остались? Значит, это зеленые операции на виноградных кустах. Значит, они проводятся в разное время. Первоначально идет выломка двойников-тройников. Значит, что это такое? И в каждом лоске находится несколько почек. От 3 до 5 почек, которые могут раскрыться. Или основная почка одна, или же одновременно несколько почек. Основная и боковые. Значит, боковые, двойники, если вторая, или тройники, если их трое вышло, значит, или может быть и больше, и надо выщипывать, удалять. Еще на стадии, значит, 5-10 сантиметров, когда уже видно, что они вышли. Значит, далее идет нормировка побегами. Нормировка побегами делается таким образом, чтобы выдержать дистанцию. Ну, по нашему климату, допустим, есть рекомендация держать 8-10 сантиметров между каждым побегом. Значит, для более северных регионов, Киевская область, там длиннее. Там берется 15 сантиметров для лучшего проветривания, поскольку у нас климат жаркий. Значит, это, с одной стороны, создает притенение, листовой полог, облиственность. С другой стороны, значит, жара не позволяет так развиваться грибкам, как в северных регионах, потому что если там будет загущенность, там будут грибки развиваться. Должно быть обеспечено нормальное проветривание и освещенность. Вот два основных фактора. То есть дистанция 8-12 сантиметров оптимально между побегами. Остальные слабые, недоразвитые побеги удаляются. А как понять, что это недоразвитый побег? Недоразвитый... Ну, слабый, понятно, он гораздо тоньше идет, а недоразвитый? Бывает такой случай, значит, почка проснулась, и даже выкинул побег небольшую гроздочку, а бывает и большую, и остановился. Дальше он не растет. Тут точка роста замерла, значит, и все. Значит, диаметр этого побега маленький, он не увеличивается практически. Вот. И такие побеги лучше удалять, потому что у них нет листового аппарата. Значит, нужно, чтобы был хороший фотосинтез, потому что листья поедают солнечную энергию. Вот. И в результате фотосинтеза пластические вещества передаются, значит, в грозди, другие части растения и в корневую систему. Значит, должна быть облиственность. Ну, есть рекомендация, что побег должен нести хотя бы 15 листьев над гроздью. Да, и чем больше их, тем лучше. Но сильно нельзя в этом деле переусердствовать, потому что будет затенение и плохое проветривание. Значит, если пасыночек оставлять, допустим, то надо его прищипывать 2 листа, 1-2 листа, не более. Если будет более, ну это будет уже загущенность. Дмитрий, с лозой разобрались. Теперь поговорим о цветении и о гроздях. Расскажите, пожалуйста, как формируется цветение? Сколько нужно оставлять цвета на винограде? Весь ли нужно оставлять? Ну, что касается цветения, значит, это фаза вегетационного периода. Значит, делится вегетационный период на несколько фаз, одна из которых является цветение. Значит, это очень ответственный момент для виноградаря, поскольку тут надо особое внимание уделить тому, чтобы питательные вещества расходовались не на рост побегов, а именно и шли в соцветие, для того, чтобы, значит, качественно произошло опыление и завязь. Значит, что здесь нужно делать необходимо? Соцветие можно нормировать до цветения, можно после цветения. Некоторые делают так, другие иначе. Значит, ну сейчас есть такая, допустим, нормирование комбинированное. Значит, удаляются не все лишние соцветия, которые планируется удалить, а часть запасных оставляется. Значит, до цветения можно частично пронормировать соцветия, то есть вырезать их. Значит, при этом обязательно нужно прищипнуть
Коронку побегал. Короночка – это вот эта вот ростовая часть. То есть это именно та лоза, на которой есть соцветие, я так понимаю, да? Да, имеется в виду плодоносящие побеги, на которых есть соцветие. Значит, бесплодные побеги, они не прищипываются. И побеги, предназначенные для замены, значит, плодовых стрелок на будущий год. Они удаляются полностью на них грозди, и короночки на них не прищипываются. Значит, а что дает именно прищипывание? Прищипка – вот это верхняя часть побега, значит, это от 2 до 5 сантиметров, вот это вот. Закрученная короночка называется. Вот, делается это вот так. Значит, прищипка задерживает временно рост побега примерно на 12-15 дней. Значит, при этом ассимилянты направляются в соцветие. Значит, питательные вещества вырабатываются за счет фотосинтеза листьевых, которые ведут питание корневой системы. Значит, лучше происходит оплодотворение и зависть, и меньше осыпание гроздей, потому что именно сюда питательные вещества, а не в рост. Значит, при этом, что здесь еще, какие мероприятия? Во время цветения потребление воды виноградным растениям доходит до 5%. Ну, рекомендации 5%, то есть в это время поливать не нужно, поскольку при поливах может наблюдаться осыпание завязи. Вот. Ну, это вопрос немножко дискуссионный, потому что во всех старых источниках, в литературе, везде как бы писали, что не нужно поливать. Хотя есть мнение сейчас, что наоборот, в некоторых случаях нужно, когда не хватает, допустим, влаги, очень жаркая погода. То есть нужно действовать не по шаблону, не по инструкции, а именно по ситуации. Плавно перешли к поливу. Как правильно поливать виноград? Есть рекомендации, что обязательно нужно делать влагозарядковые поливы. Это зимний полив, или не, если он не был сделан этот зимний полив, или поздний осенний, обязательно нужно сделать ранний весенний влагозарядковый полив. То есть необходимо на куст дать порядка 80-100 литров на метр квадратный воды. Значит, далее влагопотребление распределяется следующим образом. Сокодвижение необходимо воды от общего потребления 10%, фаза раскрытия почки и роста побегов 10%, фаза цветения винограда 5%, фаза роста ягод, созревания роста ягод, именно максимальное водопотребление 50% воды. Вот здесь необходимо очень часто поливать, и подкормки здесь обязательны. Ну как часто? Каждый день, через день? Какой объем воды должен быть для одного куста? Далее 10% идет на созревание ягоды в этот период, и 15% на созревание, 10% идет на вызревание побегов. Это уже подготовка, сброс листьев, это подготовка к осени. Значит, сколько поливать нужно воды? Значит, все это нужно смотреть по ситуации. Как по жарким нашим вот месяцам, июль, август, значит, рекомендации поливать до 8-9 раз за сезон. Не так, как в книгах пишут, там 4 раза за сезон для южных районов, это старые рекомендации, а именно более часто. Но опять же, надо смотреть, какая агротехника применяется при этом. Если земля находится под черным паром, значит, поливы поверхностные, испарение с поверхности максимальное, приходится поливать часто. Если земля замульчированная, ну вот как вот здесь, вот, допустим, куриный помет применен с опилками, значит, в этом варианте, кроме того, у нас применена дренажная система полива, мы поливаем в трубы. Потому что пяточные корни – это основные, считаются у винограда. Они находятся на глубине 40-50 сантиметров. Значит, туда нужно подавать влагу и питание. Это удобрение, растворенное в жидком виде. То есть настой коровяка, куриного помета мы это используем. Органические жидкие подкормки. Значит, как часто нужно подкармливать кусты винограда? Здесь нужно обращать внимание на критические периоды именно вегетации. Критические периоды. Это до цветения за неделю. Обязательно нужно подкормочку за две сделать до цветения. Это здесь ставку делают больше на азотное удобрение. Это может быть куриный помет. Вот сброженный от 3 дней до недели. Коровяк или конский, значит, сброженный. Это делается корневая. Здесь литр от возраста куста зависит, опять же. Значит, на полностью плодоносящих кустах, ну, здесь можно давать где-то 80 литров, 100 на метр квадратный, в принципе, можно 50 литров, здесь поменьше. После цветения, когда ягода размером с горошину, как сейчас, вот сейчас нужно максимальный полив и подкормка. То есть тут от 50 получается 90 литров на метр квадратный идет полив. При площади питания, вот у нас кусты посажены
в ряду 2 метра, между рядами 3 метра, это 6 квадратных метров. Вот, если говорить о том, что, допустим, 50 литров на метр квадратный, это 300 литров получается на куст, на полностью плодоносящий. Ну и теперь покажите, пожалуйста, то есть полив в трубы, как вы сказали. Давайте наглядно покажем нашим телезрителям. Так, вот мы пришли. Это труба, о которой вы говорили. Да, это поливочная дренажная труба. На дне находится щебень, дренаж. По нему растекается вода. Труба большого диаметра, поэтому вода свободно уходит. Мы применяем канализационные трубы 110 мм серые. Вот. В эту трубу выливается несколько ведер. Допустим, 5 ведер в трубу. И можно поливать, значит, приствольный круг. Вот как раз по штамм, здесь луночку можно сделать, или если мульча, значит, по мульче сюда жидкие подкормки можно выливать в трубу также, но отфильтрованные, чтобы не заиливался дренаж. После полива трубу закрываем? После полива желательно трубы закрывать, чтобы не было лишнего испарения. Вы говорили о том, что подкармливаете только органикой. Какие еще можно подкормки использовать? Значит, для сторонников традиционных подкормок можно использовать химические удобрения. Значит, в начале вегетации используются такие нормы по удобрениям. Азотных удобрений 15 грамм на квадратный метр. Значит, фосфорных удобрений 10 грамм на метр квадратной площади питания куста. Значит, до цветения применяется фосфора 15 грамм, азота 10 грамм. Значит, после цветения, это по размер с горошину, 20 граммов фосфорных удобрений, ну это может быть монофосфат, калия. Вот, и здесь уже азот как бы исключается, значит, по второй половине вегетации, здесь уже ставку делают на калийные удобрения. Это может сернокислый калий быть 45, или зола древесной 45 грамм на 1 метр площади питания куста, квадратный метр. Вы, как специалист, все-таки прибегаете к каким удобрениям? К органике или все-таки доверяете и химии? Ну, мы стараемся делать ставку больше на органические удобрения природные. Это настой коровяка, куриного помета или внесение основных удобрений поздней осенью или ранней весной под кусты. То есть это является основное внесение удобрения. Значит, здесь раскапывается дистанция где-то 50 сантиметров от штамбов, и на две лопаты и канавочки делаются туда, вносится основное удобрение, то есть перепревший навоз. Значит, остальные по вегетации, это вегетационные поливы, это идут уже жидкие подкормки. То есть мы стараемся делать ставку на органические именно удобрения. Значит, если использовать природную мульчу, это может быть мульча органическая, перегной или компост, значит, под кустами. Значит, здесь практически высокий графон, то есть было заложено удобрение первоначально при посадке кустов, создан высокий графон. Здесь не требуется химических удобрений, то есть все как бы натуральное, природное, дополнительное подкормки золой во время вегетации. Значит, зола очень хороший, это кладезь элементов питания, микро-макроэлементов. В ней содержится природный каркас растений после их сжигания. То есть в ней также содержится много калия в золе, а также щелочь, которая убивает патогенные грибки, такие как мильдью. Если работать по листу, значит, грибок мильдью от золы погибает. То есть это натуральный заменитель химических препаратов, это древесная зола. Значит, кроме того, в золе содержится очень много калия. А калий, как известно, это основной элемент питания для винограда. Особенно во второй половине вегетации, когда идет, значит, налив ягод и созревание побегов. Что касается болезней. В этом сезоне, значит, климат у нас немножко нестандартно получается, начиналась вегетация. Во-первых, почка раскрылась на 10 дней раньше по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году почки начали раскрываться, по моим записям, на первых сортах 23 апреля, то в этом сезоне 15-17 апреля уже первые почки начали раскрываться. Это произошло по той причине, что числа, значит, 15 апреля и далее стояла очень жаркая погода, то есть было очень жарко, за 30 градусов температура, и вегетация началась раньше. Значит, цветение обычно начиналось у нас в обычные годы числа 1 июня, зацветали основная масса сортов 1-5. Значит, такие сорта, как Аркадия или Кишмиш лучистый, они отстают на недельку, они с 8 где-то зацветали, то в этом сезоне цветение началось гораздо раньше.
Значит, около 20-х чисел все началось. То есть на 10 дней и более цветение было более ранним. Значит, в этот период потом произошло понижение температуры, как у нас это обычно бывает в начале мая. То есть в этот период обычно бывают поздневесенние заморозки. То есть у нас как бы миновало заморозки. Да, в этом году как-то заморозки. Миновало, да. У нас было плюс 9, плюс 7 ночью. Вот. Но в некоторых районах, как в Сватовском или Старобельском, там было до минус 4. Значит, лежал иней, и там были повреждения. И все равно понижение температуры, наверное, повлияло на виноград. Да, значит, при понижении температуры и холодных ночах, значит, при росе, значит, поражение происходит антракнозом. Это что это? Антракноз – это грибковое заболевание. Вот, оно проявляется на листе. Листы теряют свою форму. Вот такой эластичный он становится бугристый, и в нем появляются дырочки. Ну вот давайте покажем. Вот это пример? Нет, здесь нет? Пример сложно показать, но если говорить, вот, ну, допустим, может быть, это вот так проявляется. Ну, приблизительно так, да? Да, значит, дырочки, окаемленные коричневой вот каемочкой, вот, так, вот такого типа вот. Значит, это антракноз. Бывают все листья дырявые просто. Значит, кроме того, он может поражать и ягоду. Антракноз, значит, черные пятна на соцветиях появляются. Значит, нужно обрабатывать препаратами, медсодержащими, теми же, что и против мильдью, допустим, такими же препаратами. Далее, если погода развивается, опять же, сырая, но чередование идет дождей, допустим, и тепла, то есть 25-28 градусов до 30, это оптимальная температура для развития грибка мильдью. Значит, в этом году у нас как бы не наблюдалось вспышки мильдью. Вот, потому что снова после того похолодания период, снова наступила жара. Вот, грибок мильдью может просто погибать при температуре свыше 32 градусов. При 30 градусах он консервируется, то есть у него споры не летят, дальше он не растет, не развивается, а 32 может погибать. То есть это можно использовать как бы для естественного уничтожения этого грибка. Вот, но лучше все-таки делать профилактические обработки. Профилактические обработки мы делаем стандартно. До цветения за неделю. Ориентировочно, ну, в этом сезоне 21 мая мы сделали первую химическую обработку. Вторая обработка делается после цветения по гороху с ягодами размером с горошинку. Вот это, ну, обычные годы это у нас шло 20 число июня. В этом году раньше, значит, была обработана 8-го. Вторая обработка. Данный момент нужна еще какая-то обработка? Вот уже сформировались какие-то грозди, да, нижние грозди винограда. Будете ли вы еще проводить какую-то обработку? Значит, была сделана небольшая внеочередная обработка именно по гроздям, поскольку обнаружен в этом году такой грибок, ну, по некоторым данным, значит, это черная гниль, называют его так. Значит, это поражают вот соцветия, такие черные пятна, они растут. Вот, ну и возможно даже, что это элементы антракноза. Здесь еще нужно разобраться. Ну, значит, мы провели медсодержащим препаратом обработку именно по соцветиям дополнительно. Потому что до того мы использовали системный препарат Кабриотоп. Это он системного действия. Против мильдью и противоидиума действуют одновременно, но пришлось дополнительно вот по соцветиям сделать еще медсодержащим препаратом. Значит, на карбонатных почвах после сезона дождей, который у нас прошел, значит, может проявляться такое явление на виноградных кустах, как хлороз. Значит, хлороз происходит при вступлении, значит, в реакцию карбонатов с углеродом, который содержится в воздухе, значит, и в воде. Значит, при этом связывается железо. Железо и недостаток хлорофилла в виноградных листьях, это желтеют и так листья. Это болезнь? Это можно назвать, что это болезнь? Это недостаток, значит, элементов питания железа, карбонатный хлороз. Что нужно делать? Значит, если ничего не делать, получается, что макушки между узлами становятся короткими, макушки желтеют, молодые листики и кусты могут полностью погибнуть. Значит, нужно лечить. Для этого можно использовать железный купорос в норме 100 грамм на 10 литров воды для корневого полива. Либо же не корневое опрыскивание, 15-20 грамм железного купороса, значит, по листьям. Значит, еще дополнительное мероприятие – это обязательное рыхление почвы, чтобы воздуха и водопроницаемая почва была. И мульчирование, внесение органических удобрений – это перепревшего навоза. Значит, и если сделать дыхание в почву, значит, все, кусты восстанавливаются. Вот как сделано на этом кусте, получается. Вот эти листья, которые были поражены, вот были прищипнуты макушки и пасынка, вот они зелененькие, уже восстановились. Это уже вылеченный. Да, это практически вылеченный куст.
часто нужно обсматривать виноград? То есть, смотрите, о его состоянии. Ну, мы присутствуем в винограднике практически каждый день, поскольку тут требуется проведение зеленых операций. Значит, зеленые операции, связанные с прищипкой побегов, с прищипкой пасынков, с нормированием соцветий, с подвязкой зеленых лоз. Вот подвязка. Значит, побеги подвязываем. Значит, они растут. Сейчас они еще не доросли. Значит, некоторые сорта, которые имеют очень большую силу роста, как вот Алтай или Алтай Талисман, Шахтер, вот они поперерастали уже в верхний ярус, вот верхнюю проволоку. То есть, значит, некоторые не доросли, как Аркадия, потому что у нас среднерослая. Некоторые сорта слаборослые. Значит, тут постоянно надо их подвязывать. Вот перерастает побег, допустим, 15-20 сантиметров, 15 этот проволоку, его нужно подвязывать, чтобы он не падал, не болтался. Дмитрий, ну давайте расскажем нашим телезрителям, какие же работы непосредственно летом проводятся. Значит, ну летние работы связаны сейчас, в частности, с работой с зелеными частями виноградных кустов. Зеленые операции, так называемые. Значит, вот вы постоянно прищипываете. Расскажите, что вы прищипываете? Что включается для зеленой операции? Ну, во-первых, это прищипка пасынков. Значит, за прищипку коронок до цветения я уже рассказывал. Значит, прищипка пасынков. Вот эти пасынки, которые выходят с пазухи листа, вот между почкой и листиком, вот они выходят, пасыночки. Нужно оставлять 1-2 листа, то есть верхнюю часть их прищипывать. Вот это оставляется 2 листика. Значит, выщипываются также усы, потому что они тоже расходуют питательные вещества. А все усы выщипываются? Ну, мы стараемся выщипывать полностью усы. Да, ну, это такое дело, как говорится, выбора и вкуса. Потому что некоторые виды занятости их оставляют. Значит, ну, мы стараемся их убирать. А скажите, вы инструмент какой-то используете или руками выщипываете все усики? Значит, ну, усики мы выщипываем руками. Для подвязки лоз мы используем тайпнер. Что это? Тайпнер. Специальная машинка для подвязки зеленых побегов и лоз. Значит, для облегчения труда, поскольку она очень серьезно экономит время. Ранее мы использовали подвязки вручную. Покажите. Делается это вот так вот. Побег зеленый. Натягивается, да? Да. На самом деле очень быстро и качественно. Дмитрий, а что делать с лозой, которая превысила уже верхнюю планку? Вот, допустим, мы подошли к сорту Алтай. Он очень сильно рослый. Значит, что можно сделать с таким кустом? Значит, верхнюю часть травянистую, это обычно 35 сантиметров, ориентировочно до 40, можно отчеканить. Вот. Значит, если она переросла, и подвязать ее к верхнему ярусу, вот так вот параллельно. Верхнему и ярусу. Уже горизонтально. То есть, да, эта лоза будет горизонтально вашим трубам идти, да? Да. Вот здесь мы фиксируем и подвязываем. Если она не доросла, значит, чеканка идет. Вот. Вот этот уровень, и вот так просто подвязывается. Значит, при этом ростовые процессы тормозятся на 12-15 дней до того, как пасынок выдвинется. Пасынок будет лозой продолжения, можно оставить. Значит, этот пасынок, два пасынка оставить, и каждый этот пасынок потом прирезать до 5 листьев. Значит, верхний ярус можно оставлять облиственным для лучшего фотосинтеза. Значит, ну, до 5 листьев лучше фотосинтез, больше питания получается. Именно молодые листья ассимилируют питательные вещества. Значит, верхний ярус, средний ярус – это основное питание, которое идет на грозди, на корень. Нижний ярус уже листья двухмесячные, они потом их нужно удалять. Во время созревания они уже не работают. На созревание они работают на поглощение. Верхние нужно оставить. А все ли нужно грозди оставлять? Грозди нужно нормировать. В основном, но не на всех сортах. Некоторые сорта имеют мелкую гроздь. Такие, как белый кокол, например, его нормировать вообще не нужно. То есть, есть хорошие сорта для дачников, то есть, кому особо некогда заниматься кустами, там вот племен Евростандарт, белый кокол такого типа, то есть, они не требуют нормировки, они устойчивы к болезням, к морозам, и не нужно нормировать. Но есть такие сорта, допустим, как Талисман, Кеша-1, Подарок Запорожью, вот, или Аркадия. Значит, которая Аркадия, это вообще супер урожайный сорт. С этого куста мы сняли в прошлом году 45 килограмм. Значит, обязательно требует нормирования. Значит, его можно делать до цветения, но поскольку, значит, это рисково, тем более условия для опыления в этом году были плохими. Значит, температура ночью опускалась до 9-10 градусов, днем было 15. Для качественного опыления нужно 25-30 градусов температура и легкий ветер. И это понижение температуры сопровождалось дождями и ветром сильным. То есть на некоторых сортах, значит, пыльца была смыта.
и дождем избита ветром. Значит, мы все-таки практикуем нормирование после цветения, когда уже видно, как произошло завязывание ягоды. Вот, мы подходим к кусту Аркадия. Вот, здесь вот. Смотрим, на какого диаметра побег развился. Вот, в частности, вот этот побег имеет очень хороший диаметр. Значит, здесь, ну, вот, как вы говорили, 10-12, да, миллиметров. Значит, тут можно оставить, в принципе, это концевой побег. Видите, здесь вот стрелочка закручена. Здесь можно оставить два соцветия. Потому что концевые, как правило, самые мощные. У них больше энергии расходуется. Значит, если мы смотрим дальше, видим вот этот побег. Значит, тут тоже две грозди у нас. Оставляем нижнюю. Нижние, как правило, они самые крупные. Но бывают случаи, когда плохое опыление. Вторые или третьи оставляются. Значит, вот выше гроздочку. Вот эту грудочку мы срезаем. А не жалко? Нет, не жалко. Дело в том, что здесь не нужно как бы жадничать в этом вопросе. Чем, значит, если вы ставите правильную нагрузку, оставшиеся грозди будут иметь более крупную ягоду и более крупный размер. Если вы перегрузите, оставите все, значит, могут быть мелкие ягоды и грозди как бы не вызреть вовремя, затянется созревание, перегрузятся побеги, не будут вызревать, то есть некачественно уйдут в зиму и могут даже и подмерзнуть во время зимовки. Дмитрий, ну и в заключение нашей передачи ваши рекомендации нашим телезрителям. По июню месяцу следующие рекомендации. Значит, сейчас фаза роста ягод активная, значит, размер ягоды загорошен, но налив ягоды необходимо. В этой фазе, значит, максимальное водопотребление, то есть необходимо произвести поливы с подкормками обязательно. Значит, если это выполнить, ягода будет крупными, и грозди будут крупными. Если это не выполнять, значит, ну, два раза можно потерять урожай. Значит, обязательно нормирование соцветий и вырезание лишних, если кто не нормировал до цветения, что тоже повлияет на качество урожая. Значит, внимательно следить за зелеными частями растений, то есть зеленые операции выполнять вовремя. Это прищипка пасынков, усиков, значит, где нужна чеканка, побегов под чеканка и проводить. И следить за развитием грибковых болезней, чтобы не допускать инфекционный фон на свой виноградник. То есть вовремя провести химические обработки. Дуже дякую, Дмитро, за цікаву бесіду. А вам, глядачі, я дякую за увагу. Гадаю, що наші поради будуть для вас корисними. На все добре. Зустрінемось наступного тижня.